Всем привет, с вами Филуранис, и мы продолжаем обзор всех командиров в StarCraft 2 совместный режим. У нас на очереди Захара, это мать стаи, одна из помощниц Керриган. Ну, собственно, и когда потом в дальнейшем Керриган у нас... Ладно, не буду спойлерить, может кто-то не знает сюжета, который я, может быть, в будущем недалеком буду проходить. Она встанет во главе Роя. Чё по войскам? А по войскам у нас, значит, у нее классические зерлинги. Только они называются сворлинги. Почему сворлинги? Потому что из яичка вылупляется не два зерлинга, а три. Почему, конечно, менять название не знаю, но это не важно. Так, у них, короче, королева, как обычно у всех зергов. Дроблинг, это, короче, гиблинг. А если вообще по-русски, то это бомбживая, короче, террорист. Это у нас маленький камикадзе. Это точно слепень, это точно такой же камикадзе, только летающий. Еще есть аберрация, это, короче, не знаю, короче, мутация какая-то. Человек, у которого отросли еще две ноги и покрыли яйцами. Потом губитель, это, короче, медуза летающая. Ну, владыка, это детектор, летающая простая шняга. Ну, из построечек у нее ползучий плеточник, споровик. Плеточник только по земле бьет. Справик только по воздуху, и вот это вот, короче, споровое орудие лупаськает все подряд в определенной области. В принципе, за нее можно играть на таких картах, которые, в принципе, в защиту как бы больше идут. Но за нее, конечно, интереснее больше вот этими вот террористами лупаськать. Поехали. Карту я подобрал с миру по нитке, моя самая нелюбимая карта, но я думаю, за этого героя будет очень-очень легко. Лишь бы только напарник не вышел, потому что карта довольно-таки такая. Первое время сидишь постоянно на очке, потому что нужно собирать специальные такие, короче, детальки по всей карте. И эти детальки охраняют, поэтому это прям вообще какая-то полная вообще. Но ничего, мы справимся. О, Нова. Да, слава богу, что не Стуков. А тут что-то все предыдущие игры почти что всегда у нас почему-то Стуков в команде. Жека, о, еще и русский, нормально. Жека, если ты когда-нибудь меня будешь смотреть, то прям тебе привет. Новый 64-й. А, у меня 68-й. Показал бы язык, да только без вебки сижу. Так, сберу по нитке. Собирайте, вот, собирайте детали Бали, уничтожьте гибридов. В общем, у нас постоянно будет... Нам нужно за это время собирать детали. Каждая деталь, по-моему, продлеет на 4 секунды. Таймер. В жопу, по-моему, на ветеране, а самая задница на эксперте. Там, по-моему, вообще критическое какое-то время дается. Там чуть ли не рабочими надо ломать первые детальки. Поначалу, когда вышла, она какая-то более-менее легкая была. То есть там таймер больше. А потом почему-то его начали урезать. Оно и сейчас как-то непонятно. Может, от сложности зависит. Иногда много времени дано, а иногда 4 минуты, и ебись как хочешь. Первые детали самые сложные собрать. Несколько раз даже проигрывал, по-моему, на этой карте, потому что чисто не успеваешь. Или постоянно прям вот на клапан тебе давит вот этот вот таймер. Не люблю карту. Я думаю, по всем предыдущим комментариям, которые я тут произнес за 1,5 минуты, вы это поняли уже. Ну чё так долго-то? Обычно вроде когда уже поиграл, вроде засчитывается. Быстрее загрузка идет. Или Жек в первый раз. Рабочих у нее по две штучки вылупляется. Так, Жек нам привет писать не ходит. Ну и хрен с ним. Я тоже первым пишу. Мы обязаны избавить Доминион от этой угрозы. А то так напишешь, потом сидишь, думаешь, вот, он сейчас мне напишет, ответит взаимностью, а он берет и молчит. Ты сидишь, паришься, думаешь, что ты никому не нужен, там депрессия, все такое. Ладно, что я как-то запиздился сегодня. Так. Во, вот такую хуйню, короче, надо по всей карте искать и ломать. Ну, пока что налегаем на рабочих. Кстати, по времени что-то как-то дефицит, хотя вроде на сложность-то боец. Ну, ладно. Сейчас зерлингов намутим.
Все будет красиво. Видите, за кратчайшие сроки пробовал. Минуты 10, у меня уже база полна, даже переполненная. Вообще круто. Так, надо яичко с загарой. Здесь еще сама загар вылезает, нормально. Так, что, омут ставить надо. Надо омут, надо время газ. Нужно немедленно убить эту гибридную дрянь. Как мне бабка бесит. Кстати, если кто-то, может быть, играл в дополнение с новой, которая платная. Я смотрел его на ютубе, покупать я его не хочу, конечно. Вот, прохождение вы, наверное, никогда у меня его не увидите. И, короче, эта бабка, какая бы здесь вот у нас сейчас сидит, залупается на нас, она будет там главным этим противником. Это такой вам спойлер. А может, не спойлер, может, посмотрел. А кто не смотрел, тот, может, и не будет никогда смотреть. Так. Чувачков этих забыл сделать. Ну ладно. Надо королеву и надо бы зерлингов. А надзирателей нету. Печально. Надо рабочих. Все остальное. Давайте, надзиратель, вырезаем. О! Пошли рабочие, пошли дроблинги. Или сворлинги, короче. Короче, чпиздрики. Все, управляем ими. Грызем все. Видите, он времечко-то уже на клапан давит. Я, конечно, сейчас это разгрызу, но давление продолжается. А заново здесь вообще жопа играть. Потому что у него войска вылезают там дорогие, пипец. Ну, до нового мы еще дойдем. Так, ставим, короче, обязательно гнездо гиблингов. Потому что на 15 уровне сейчас они у меня производятся автоматически. Единственное, только надо лимит добить. Лимит у загара всего лишь сотка, ну да ладно. Что? Что? Куда? Кого? Блин, она с вами выдвигается, это вообще жопа. Ой, еще и протосы. Вперед, ребята! По красоте. Выживай. Время почти вышло. Подумайте, да, хер с ним, сейчас просрём, нормально будет. Отключили к херам. И ломаем тут. Загару упасть. Так, что у нас тут? Адепты. Говно. Так, почистили базеечку. Сейчас надо будет построить. Принято. Так, и рабочих, в принципе, туда сейчас закинем, и вообще будет очень хорошо. А видите, гимлинки потихонечку делаются. Так, продолжаем эволюционировать, делайте апгрейдики. А, обязательно. Апгрейдики топ. Ну или почти топ. Мы готовы убивать. Так, что тут? Без вопросов. Ну вот реально время вообще давит. Мы идем. Че ты дохнуть не хочет, черт. Где еще деталь? Вот еще. Этот мир падет. Так, занимаем базейку. Пока пройти наш оппонент это не сделал, потому что базейка-то топовая. Женька, если смотришь, прости, но я люблю эти базы. Так. Тетя Мотя. Поблевали. Нормально. Так, прокачали здесь. Ну и давайте слепни сделаем. Хотя на этой карте вряд ли они нам пригодятся, но пусть будут. Хуже не будет. Вот времечко-то давит. А, там союзник пошел делать. Одной новой. Ну ладно. Это ладно, это не беда. Здрасте. Что это вы тут делаете? Сколько
там еще деталей-то вроде немного остается. Все что-то. Все что-то как-то не туда. Русский бог. Что-то мне кажется, это ветеран. Обычно такие гибриды, блядь, тут в этих степях не встречаются. Кто тут на союзника напал? Давайте поможем, хотя мне кажется, он и сам справится. Евгений. Здесь еще, по-моему, какие-то детальки есть изевые. Изящные. О, все, детали собрали, нормально. Все детали собраны. Но мы все равно еще пособираем, чтобы следующий у нас был у ней в ППХ. Знаете, вам гидролисков развлекайтесь, ребят. Разведка сообщает, блять, еще и поезда здесь херачить надо. Так, апгрейд на гиблингов. Апгрейд на... Да, виспена не хватает. А! Это не виспена не хватает, это какие... Забыл нахрен. Так, все, из яичек всех сюда. Гиблингов к поезду. Загара. Ну пиздец, ты медленно, мать. Так, надо бы как-нибудь аккуратненько так к поезду проехать. Это не поезд. Аккуратненько, блять. Говно. Жопа. Все бомбы мне пизду. Дополнительную задачу мы, наверное, не сделаем. Что-то мне подсказывает, что дополнительные мы не сделаем. Особенно учитывая, что у союзника две банши. Печально. Так, ну Бали пускай там под крутую музончик что-то там покатается, поезд поделает. Ждать, хрен бы с ним. Давайте споровое орудие построю, покажу, готов как они выглядят. Так, ну бомбочек у нас тут живых не так много. Надо апгрейдить. Так, здесь королев надо помнить. Кто тут ставит такую? Ой, ё. Ху! Каев. Нормально. Загара тащит. О, детальки еще. Так, ну а этим ребятам просто пойдем поломаем что-нибудь там. Все, что есть на ходу. А это че? А почему ко мне? А вот так, хопа. Нежданчик, да? А вот так, хопа. Пиздец, моим спором оружием, блядь. Пизда. Да, мне кажется, это ветеран. Как-то уж очень тяжело и вата идет. Получается, трат виспена. Ну, давайте купим. Ну, я говорю, слеп не вряд ли буду использовать. Скорее всего, будет уходить. Пиздец. Все будет уходить на гиблингов. Чё? Чё там? Чё это? Чё там? Чё, ново рулит? А, ну нормально, он и сам справляется. Вы свои, а я тут хожу пока. Зерги они такие, что за киринг тут раз хуй пинал. Почти всю игру. Давайте поможем вот таким вот образом. В принципе, можно даже вот так вот ускорить. Да вон тебе там пиздить-то. Так, поплевали тут. Тут блевать некому, убили, видать. А, нет, поплевали тут. Сделали рабочих. Шпиздриков всех сюда. И заряжаем все это в бомбочки. Можно просто зажать Е, и они автоматически будут, как только виспен подъехал. Но это долго, так что... Что есть, пусть мутирует, что нету, то... То нету. Боюсь, после такого боя Бали нуждается в ремонте. Так, сломали. А для этого потребуются детали. Времени все меньше. Каждая минута на счету. Да ладно тебе найдет, ёптартер. Баб-пессимист. Только дожила до таких лет. С собой не покончила.
Так, надо бы вот этот вот сектор зачистить. Здесь столько деталей, мне кажется, на 2 балей хватит. Этот мир по эволюции завершен. На тебе. Доступен зараженный ресурс. Все, жуки, танкуем, блядь, до края карты идем, все равно вы не дойдете. Ну, вот вам еще массовое бешенство. Так, ну тут сейчас бесплатно они подъедут, нормально. На халявочку, все лишь бы на халявочку. Так, зерлингов качать не будем, это не Керриган, где зерлинги крутые. Прокачаем щиты и... Игорь. Еще 3 бомбы подъехало. Так, еще щиты качнусь. Броню. Ну ладно. 137 бомбочек. По-моему, здорово. А если еще и вот этих рабочих сейчас запихнуть кое-куда. Так, положь минерал, сука. Так кто там стаю атакует? Знаете. Нет, бомбы не трогать. Так, это справится. Не дайте поезду скрыться. Так, знаете. Хотя нет, на все ресы не прокатит. Сделаем так. Так. Здесь одно споровое, хер с ним. О, красота. Хопа. И вот это все добро сейчас у нас просто круто вкатится в этих. Тут апгрейд, кстати, я не помню, что делают. Уменьшает находящие, короче, щиты дает. О, 147 бомб. Сейчас посмотрим, какой прочный там у нас поезд. Блин, это времечко-то тикает. Ну, давай ломай, что тут. Шары катаешь. Фиолетовые. Вы только посмотрите. Ну, понеслась. Ты, я сейчас поржусь, конечно, их не хватит. Скоро я поведу его в бой. Пиздец! Займитесь им. Весь лимит проебал этот поезд. Так, наблевали тут. Наблевали тут. А Загарднер не успеет. Нет, Загар успеет. Загара все успеет. Ебой. Мы перебьем всех предателей. Я еще вот это говно отобью. Все, теперь бежим. Теперь побежали обратно. Так, ну все, поделитесь тут. Так, а тут че? А тут лимит готов. Координаты камеры гибрида получены. Направляюсь туда. Блять, даже виспена не хватает. Ну, опять одной загар еще пойдем, поможем, нормально. Так, вот он, гибрид этот, проклятый. Ну, нормально, способность. У него способность есть, короче, очень сильный урон наносит, очень много. А он ее взял на временных гидролисков, разрядил. Совсем дурной. Что это такое? О, бля. Ладно, сейчас спасу. Массовое бешенство готово к использованию. Не хватает виспена. Он тут уже, блядь, всей армии побежал спасать, походу. Наши советники... Иди, сука, гибрида ломай. Наша месть свершится. Так, все под контролем. Евгений, не переживай. Мать Загара тебя прикроет. Мать Загара.
А ведь где-нибудь в Африке, мне кажется, это имя популярно. А может, не только в Африке. Есть же всякий фанат, который называют детей сейчас в наше время всякими именами, там, блядь. Эцио, Альтаир. Еще как-нибудь. Геральт. Я тот раз видел, кстати, кто-то Геральтом назвал. Сына. Хорошо, не дочь. Там наш народ додумается и дочь так назовет. Хотя они на самом деле странно, почему только наш народ, мне кажется, таких чудиков везде хватает. Времени все меньше. Каждая минута на счету. Но они полетел. Едва не уничтожили и Бали. Он опять идет. Союзнику базу ломать будет. Зараженный десант уже готов. Женька, я спасу тебя. А нет, тут на твою основу пошли. Ну ладно, тогда. Тогда хрен бы с ним. Мне понадобятся детали для его ремонта. Чё-то бомба долго мутирует. Эй! А, надо было отъехать. В хорошем смысле этого слова. Наши союзники вступили на базу наших союзников на Пале. Упс. Просто клик по карте и наблюдаем. Сколько еще добра осталось? Так, и все, что ли, больше ломать нечего. А, нет, есть что, вот они. О, видите, дроблинги, эти дроблинги взрываются, и на маленькие еще делятся. Маленькие тоже взрываются. Все, нефиг рабочих делать. Блять, эта жопа за мной теперь летать будет, что ли? Хватит сверлить моих колорадских жуков. Фиолетовых. Где-то под Чернобылем. Тут уж на самом деле здесь зачистить надо будет. Вот эту вот площадочку. Вот они, ребята. Я помню, как-то с другом играли, короче, 2 на 2 против каких-то новичков. И друг чисто сделал просто 200 лимита одних этих дроблингов. Ну, то есть там, конечно, еще были рабочие, то есть лимита где-то 100, 150, может быть, чуть поменьше. То есть 150 лимита, ну, грубо возьмем, это где-то 300 гиблингов. Вы представляете, вот 300 штук вот таких. У меня здесь 147, а это в 2 раза больше. И вот такая вот добро к вам просто на базу потом приедет. Я думаю, ну, собственно, как это и было, от базы вообще ничего не осталось. Совсем. Так, что, щиты есть, это все есть, это даже качать смысла не вижу. Мутим бомбочки. О, почти весь пин серил. Да, ну тут чисто воздух она играет. Он. Евгений. Освободители. И прочее добро. Там еще одной загары нормально втащим. Вот так вот, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Ну, короче, ребят, ломайте, а загара пускай на базу пиздует. Тряпочная. 147. Теперь реально, представьте, еще такая же кучка, то есть вот так вот.
Это они еще одной толпой катятся. Поэтому кажется, что мало. А, мы еще не все детали собрали, а я уж тут расчищаю. Мне 3 детальки осталось собрать. Союзнику что-то похер, по-моему, детальки. По-моему, он тоже забил что-то на это дело. А, нет, не забил. Последний. О! Каев. Необходимое для запуска. Спасибо вам за помощь. Провожу предстартовую диагностику. Это недолго. Вообще, кстати, оклик не самая лучшая штука. Потому что через оклик можно играть это, ну, может, как я, то есть там какой-то краешек платины. Я, может быть, вскоре будучи спешу, маленькие такие. Мини-уроки для начинающих. То есть специалистами вы не будете там, чтобы профессионально играть, вам лучше там, не знаю, медоеда посмотреть. В принципе, у него интересные ролики, интересные тактики, да и вообще он прикольный. Вот, но что просто хоть как-нибудь, там, не знаю, серебро, золото, может до платины кто дойдет, как я, каким-то чудом. То, в принципе, запишу какие-нибудь интересные тактики и что-нибудь в этом духе. Ну, вообще я сам нуб, поэтому сильно меня не слушайте. Я, может быть, так расскажу какие-нибудь основные фишки, основные фичи за каждую расу. За кого что прикольненько использовать, у кого что есть, где что лучше катать и что против чего лучше использовать. Так профессионально мне самому еще надо учиться играть. Надеюсь, когда-нибудь дойти до алмазика. Чтоб чисто в статистике осталось там алмаз. Потому что он так красивый, там рамочка смотрится. Так, это что за пиздец у нас движется? А, ну тут танки, турели, нормально. Красота. Бля, 28 минут на карте. 28, Карл. Гибрид, я думаю, надолго не задержится. Хотя хрен его знает. Вот этой толпы на поезд было мало. Либо их пофиксили, либо я говорю, мне кажется, это сложность ветеран. Посмотрим, конечно, но что-то как-то... Столько фишек. Хотя я вроде бойца выбираю, но... Мне кажется, иногда какие-то средненькие сложности. То есть, может быть, я попадаюсь с игроком, который выбрал ветерана, и поэтому у нас что-то среднее между бойцом и ветераном. Смотрите, как быстро гибрид-то умирает. Ой! Ой, вот это сложный гибрид, вот это да. Это было сложно. Мы избавились от инопланетной Женьк, части. Тебе респект. Благодарю. Ты хороший союзник, солдат. Хотя, конечно, местами я и прослежу, чтобы о вашем подвиге слишком пугливый, может быть. Хотя, мне кажется, если бы на мою базу тоже нападали, я бы тоже туда щеманул. Вот такая вот у нас была Загара Филранис. Всем пока и до новых встреч.